И вот мы посчитали новые параметры W1. Теперь мы находимся в какой-то другой точке. Вот эта точка 0, а теперь мы находимся вот в этой точке 1. И вот этот вектор, на который мы сместились, это альфа умножить на градиент функции f в точке W0. Эта точка тоже не идеальна. То есть ее тоже можно улучшить каким-то образом. Теперь для того, чтобы сделать нейронную сеть еще лучше, нам нужно посчитать градиент в точке, в которой мы теперь находимся. Но мы можем это сделать, и после того, как мы посчитаем этот градиент, мы можем сделать шаг в направлении, которое противоположно направлению градиента в этой точке. И таким образом мы получим некоторую новую точку W2. Точка W2 будет равна W1 минус альфа умножить на градиент функции потерь в точке W1. И таким образом мы можем делать много раз. В результате мы получим некоторую последовательность параметров. Каждый из этих параметров немножко улучшает предыдущий параметр. И в конце концов, рано или поздно, мы сойдемся к некоторому параметру WT плюс 1, в котором градиент будет достаточно маленьким. Это будет означать, что наша сеть достаточно хорошо выучилась, то есть она уже хорошо решает нашу задачу.